Казахстане напечатали копию найденной во Франции рукописи жены правителя казахского ханства Касымхана Айши. Старинный фолиант датируется 16 веком и написан на тюркском языке, а точнее кыпчакском диалекте. Рукопись состоит из 7 глав, каждая дополнена историями об исламских деятелях. Ученые, в частности Эдгар Блаше, французский исследователь-востоковед, считает, что книга принадлежит Айше ханым, супруге Касымхана, правителя казахского ханства. Есть у нас свои доводы о том, что рукопись, скорее всего, принадлежит жене правителя казахского ханства, то есть Айше ханым, которая была замужем за Касымханом. Темір үзіп кетеді өтетін Қайсар туған мен қазақтың баласы.